Ребята, всем привет! Да, сейчас видео без монтажа, в принципе, как и большинство из наших видео. Но мы собрались не за этим, не вообще обсуждать видео. Мы собрались поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всего самого наилучшего. И, как вы знаете, у нас на лайв-канале 100 тысяч подписчиков. И что бы мы хотели, Павел, расскажи. Павел? Да, Анастасия. В общем, ребята, мы хотели бы вас поздравить с Новым годом, поздравить, пожелать счастья, здоровья. В честь 100 тысяч подписчиков на канале обещали вам раздавать сигны, подарки, еще что-то, веселить вас на стриме. Поэтому завтра будет стрим в 8 часов по Перми, в 6 по МСК, начало вечера, естественно. Приходите, дарите подарки друг другу, радость, счастье. Мы постараемся вам его как-то хоть маленечко новогоднее настроение дать, хотя у нас их самого нету ни хрена. В общем, может появится? Не знаю. Итак, ребят, завтра в 6 Москва приходим на стрим к нам, будет он на лайв-канале. Хотел бы от себя сказать, ребята, ставьте для себя какие-то мечты, какие-то задачи обязательно, для того, чтобы были цели, которых нужно достичь. Потому что вот в этом году, допустим, мы для себя цели ставили 100 тысяч на основном канале, получить серебряную кнопку на YouTube. И желаем вам того же. Да, я говорил то, что у нас 300 тысяч, и мы большие молодцы, мы перевыполнили задачу. На лайв-канале мы достигли уже 100 тысяч подписчиков. Поэтому ставьте задачи сами, ставьте задачи для себя. И обязательно пытайтесь их достигнуть. Помаленечку, по крупиночке, каждый день идите к своей цели. Я шел, Настя помогала, Настя шла, я помогал. И в итоге мы пришли к этой цели, ребят. И мы пришли, мне кажется, к этой цели с помощью вас. Без вас ничего бы не было, так что огромное вам спасибо. Но благодарить мы вас будем завтра, так что да. Приходите. Так что, ребята, давайте до скорых встреч, точнее до завтра, 30 число, 6 часов вечера по МСК. Мы вас обязательно ждем на нашей прямой трансляции в честь Нового года, 100 тысяч подписчиков. И целуйки, любки, покупки, полюбки, закутался. Все.